Людмила Алексеевна, ну я около дома стою уже. А ну давайте я к остановке подъеду. Где вы стоите? А? Где троллейбусный парк? Ну сейчас я подъеду туда. Ждите, сейчас я подъеду. Ну, теща шустрая. Ну, уже на остановке. А где на остановке? В город как ехать или к нам туда? А? Сейчас я подъеду, я уже подъезжаю. Я же сказал, подъеду. А я ж думаю, несколько дней говорили, думаю, ой, доброе утро. Ой, едут мимо переполненные, ты представляешь? Ой, ну она там рада. Ой, там я контейнер с рыбой ще передала. Ага, чтоб контейнер мне, потому что я в него продукты сложу, хорошо? Ага, а куда ехать? Ой, на север, ну вот где овощебаза. А, ага, тогда сюда перестраиваемся. Где овощебаза? Переполненный, не могла сесть. Все ж на работу едут. Да. А сейчас что, троллейбусы поубирались? Что, маршрутки что? У нас же город перевезут. А как же ты сюда работаешь по чинению троллейбуса? А, Юр. Я так и работаю. А Юрка сегодня не на работе? На работе. Да ты что? Ну переберишь там без нее. Молоко перекипяченное. Хорошо, хорошо, ага.
Ну, там Машка у меня всем заведует. Она сейчас все уже поразбирала, разобрала. Какая умничка. Да. Какая умничка. Здесь она у нас хозяйственная. Все-таки вы ее воспитали правильно. Я думаю, что да. Правильно, раз она все умеет, ты понимаешь? У нее все под контролем, кстати. Да какая умничка. Ты моя родненькая. Сегодня елку будем ставить. Ой, это прелесть. А мех белый, это шикарный мех. Пусть она на диван стелит. У вас же старый диван, да, у нее? Или не, новый? Не, у нее ваш диван, помните, что вы передавали? Ну, так она постелит, будет в квартире вообще красиво. Ну, постелит, да. А другой диван, на чем она спит? Кто, Машка, что ли? Нет, Ира. Ну, там новый диван. На новом она спит. Ну, конечно. Ну, вот, постель. Там же кровать, кровать новая. Вы же новая, я же в спальне ремонт сделал, там. Ты купил кровать себе новую. Кровать? Да. А в зале диван купили? В диван, не, в зале еще нет, потому что я там буду ремонт делать. Но это я уже буду делать на следующий год. Ну это покроют белым мехом. Ты сейчас что? Вот кухню сделать, это... Квартира красивая. Больше 300 тысяч, да, у меня выйдет ее сделать. Да ты что там кухню? Да. 6 квадратов. Вот, пошел узнавать, даже мебель на этот гарнитур, стенку сделать. Ага. Просто без ничего. Шкафы одни. Насчитали почти 52 тысячи. А ты хочешь новую кухню заказать? Да, новую кухню. Ленка себе сделала кухню. У нее же тоже маленькая там кухня, где она купила. Но она купила за 90 тысяч кухню. Так она и стоит 90 тысяч. Ну просто там два шкафа получается навесных. Ага, ага. И керамика мойка такая. Вот, керамика. Каменная, да, мойка. Да, я буду тоже такую. Ой, брать. Как красиво. И печка ж новую тогда придет. Я уже купил панель. Панель купил. Ездил в это самое, ага. ДНС. Это какие молодцы. Купил панель газовую. Вот это на газовую печку? Да, да. И вот. Духовку. А сколько же она стоит, такая панель? Ну, я не сильно дорогую брал. Смысл дорогую брать. Ну, да. Ой, как главное, чтобы был там газ-контроль, электроподжиг, да и все. Прелесть. Все они печки одинаковые. Ну, молодец, современные. Я вот не захотел же брать, потому что где решетки, много решеток, да. Чтобы помыть было легче. Все, мой, да. Попробуй помой в мае. Ой, живите, радуйтесь жизни, не злитесь друг на друга. А теперь хочу вообще духовку еще, смотрел духовку, но духовка 30 с лишним тысяч. Ну, понятно. Ты ж молодец, все время в кредит все берешь. В кредит беру, да. А я мне проще так выплатить. Ну, конечно. А даже еще путешествия, на путешествия денег много уходит. Машка там уже, ну, это ж понятно, собирается. Ну и молодец. Развивается девочка, молодец. Любка ж ей шубу там передала знакомая. Какую? Ну, с норки. Не шуба, а жилет. Жилет ой, такой. А что за Любка? А, это знакомая. На рынке так. Меховщица, я ее называю. Ну, понятно. Мехами торгует, шапками она торгует, она всем торгует. Ага, она недорогая, наверное. Она и подарила. Ну, пока скрывает еще. Ирка молчит. Да. Ну, хай платит. Сказали, что пока 5 тысяч. Ну, хай платит. 5 тысяч пока отдать. Ну, хай платит. А сколько она стоит, ну, я не понятно знаю. Ну, хай платит. Женщина же у нас секретами всегда. Ну, да, ну, да. Ну, хай платит. Наше дело оплатить. Да. Ой, ну все, я пройду. Я ж там... наш первый Машка Пятигор собирает. Ой, я ж там работаю со своим питанием, понимаешь? Они ну, тысячи понятно, платят, понятно. А я двое суток должна сама питаться. А холодильник отключила, Юра. Ну что, по два дня... Я дом, дома не бывает. Я знаешь, мне припугнули, что свет отключит. А у меня же там икра красная. А я плачу там помесячно, а там же долг так и висит 15 тысяч на мне. О. Ой, Юра, не дай бог, когда я рассчитаюсь вообще. Ну, 8 тысяч пенсии, как ты думаешь? Ну, можно ли вот так? Да. Это ж кошмар. И поэтому я холодильник отключила, а там еще на неделю идут снова 29-го, где ты подъезжал с ней. Ага. Там на 10 дней буду сиделка. Дефицит сиделок, Юра, ты не представляешь. А, движение это жизнь, все правильно. Ну а что я дома буду, руки, дома ноги сидеть? Есть, а я буду сидеть. Ну хоть за холодильник расплатилась. За холодильник хороший. Да что ты.
50 тысяч стоит. Я печку тоже такую взял, печку, она... Сенсорная, это, да? Это каленое стекло. Ага. Так у вас же газ. Да, да, она газовая. Она газовая. Газовая, да. А, стекло. Да, стекло. Ешь помыть легче. Ну так, а я думала, только электро таких. Нет. И духовки даже газовые, газовая духовка есть. Я тоже так сделаю, поменяю печку свою. Я ж хочу именно вот такую гарнитуру этот мебельный заказать, чтобы туда она... Да молодец. А какой цвет будете заказывать? Ой, еще ничего не знаю. Ну, я кабину сделай, Юра, кабину сделай. Я в мебель Лотус пошел, там, менеджер или кто она там, не знаю, Татьяна. Я тогда, когда спальню делал, еще фанеры же в нее заказывал. Ну, вмещаются вещи, не висят на стенке теперь? Да, конечно, нет. Слава Богу, а то же все на выставке у вас там было. Тот шифонер маленький же был. Ну да, ой, ну хорошо, что не висят. Юрка, у меня книга интересная есть. Сам немецкий генерал описывал войну, я тебе подарю. Это антикварная книга. Вот такая толстая, там немец описывает, генерал, свою войну с нами. Мы же одну версию только знаем, что Ой, Юра, интересно, ты хоть почитай обязательно. Это Я книги люблю читать. Я подарю тебе, у меня много книг, но это особенное. И Жуков у меня есть шикарный. Это одно пишут, я прочитала. А это вообще интересно описывает. Вообще. Так интересно. Это ж 12-й стал теперь, Юра, в объезд ездить. Вот там черти где. Да? Да. Я там даже и дорогу толком не знаю. Туда я знаю, туда я проезжал, как-то. А это дом 15-этажный. Ну, сейчас маршрут так столько сделали, даже не поймешь, куда они ездят. Ой, там кушает творог очень интересный. Там только там продается. На северо-западе горянка. Такая прелесть, хоть сметана, хоть это. Надо к Новому году хоть рыбы купить, сазан. Ой, карпа большого. По карпу. Я не хочу мяса уже. Я рыбу не люблю ей. Да ты чё? Это магазин Ахе. Ну промойте, чтоб солёное. Там то морковка нацеплена, то с картошечкой. Разберутся. Иногда солёное полезно. Иногда только. Хочет пересечь. Ой, сегодня... Он так и едет, он поворот включил, а по той полосе так и едет. Забыла, какая это улица на этом самом. На вашей базе. А Пятигорск что поедете? Да погулять. А вы там не останавливаетесь ночевать? Нет, а смысл какой? А там, ну что, только воду попить. Ну, до Пятигорска где-то, ну, максимум 2.40, где-то 2.5 часа. Да лучше съедите там на горячее, Суворовку, полечитесь. Ой, там в Суворовке я был, мне вообще там не понравилось. Вот, где мы были. Там же бассейны. Помните, ездили хутор Беловский, сейчас в Казьминке новый бассейн сделали, долина гейзеров называется. Там крытый есть такой, с прохладной водой 28 градусов. Ну и Суворовки там шикарные, Суворовки горячие, мне не понравилось. Ключи эти. Там гостиницу сделали теперь. Ну это везде, сейчас даже в Казьминке гостиницу делали. А в Беловском какая гостиница вообще? Ну она дорогая гостиница. 3000 номер. А ты не сводишь ее вот эти, приехали морские львы? Да не знаю, на разобрал. Сейчас же ремонт начал делать, и с времени вообще нет. Ну чуть-чуть бы ее свозить надо на этот
на этих посмотреть, да? Дельфины, что ли? Ага. Ну, и она же уже видела эти дельфины. Она не захотела на море даже. Да мы в Кисловодск ездили, когда первый раз еще в Кисловодск поехали. И что-то оттуда ехали, смотрю, дельфинарий, указатель. Ага. Ну, и мы туда раз и заехали. Правда, чуть-чуть мы опоздали, минут на 10, наверное. Угу. Так она их видела? Да, конечно, видела. Ну, понравилось, и... конечно, понравилось. А на море, говорю, в Лазаревке были, говорю, пошли в дельфинарий, так не захотела. Ты смотри, какая. Да. Там цирк запашных там приезжает, 23-й. Вчера что-то приезжали. На Львове, да. Львова на ними. Она лучше Ирки одевается в итоге. Да, скоро мать перещеголяет. Ну, Ирка, молодец, она со вкусом. Наверное, нутрия стоит 1000 рублей. Не знаю, на рынок даже не ходил. Сейчас на Фроленко, там мясной магазин у нас. Ага. Хороший? Ну, хороший там. У меня карта там бонусная, тем более. Там скидка идет. Да ты что? Надо будет тогда... Я там беру. Ну, мне просто удобно, я там работаю. Ну, конечно. После работы зашел, купил. Направо, да? Ага. Это уже эта улица? Это вообще база. Вот это, Груздево, да? Да. А чуть-чуть 15-этажный дом на этой стороне вот должен быть. Сейчас посмотрим. Ну вот, держава здесь. Ага, ну туда дальше. Здесь вот он должен скоро быть дом этот. С этой стороны. Он один здесь такой. Все понастроили. Ой, а? У меня здесь знакомый живет, Валерка. Смотрите, работали вместе раньше. Вот он, по-моему. Вот это 19-й? Ага. Да, он. Вот это. Сюда подойдешь. Так сюда, да? Нет, нет. Я сейчас вот там выйду, вот здесь. Я там промежутки. О, пройду вот здесь. Все. Вот здесь. Все, ага, вот. Все, спасибо. Ага. Ой, большой, родненький, спасибо. Не за что. Не за что. Ой.